Добрый день. Сегодня мы продолжаем рассматривать монеты Италии. Данные монеты номиналом 200 лир. Перед нами представлены монеты 1983 года, 92, 93, 94 и 96 годов. Все монеты изобращения. Мы видим изображение головы женщины, символизирующий образ Италии. Данные монеты относятся к периоду Итальянская Республика, это 1946 по 2001 год. Выполнялись монеты из алюминиевой бронзы массой 5 грамм, диаметр 24 миллиметра, толщина 1,64. Данные монеты имели очень большие тиражи, многомиллионные. Чеканились данные монеты на монетном дворе Рима и имеют знак R. Данная монета 1983 года. Это монета 200 лир 1992 года и посвящена на выставке марок в Генуе. Данная монета 1993 года выпущена 31 июля. Данная монета посвящена семидесятой годовщине военной авиации. Следующая монета 1994 года. И посвящена она карабинерам. Также выпущена из материала алюминиевая бронза, диаметр данных монет одинаковый. Давайте рассмотрим монету 1994 года, где мы видим изображение административного здания. Данная монета посвящена столетию Академии финансовой полиции, финансовой гвардии. Финансовая полиция ведет свое происхождение от Легиона Света, созданного в 1774 году королем Сардинии. Это был первый на территории Италии специальный орган, созданный специально для финансового контроля на границах, а также для защиты границ. После объединения Италии
1862 году создается бордейский корпус, который выполнял обязанности по таможенному контролю. А в 1881 году корпус получил название финансовой гвардии и был объявлен неотъемлемой частью военных сил государства. Сегодня финансовая полиция является специальной полицией, которая помимо Министерства внутренних дел подчиняется непосредственно министру экономики и финансов. Монета посвящена столетию Академии таможенной службы. Тираж такой монеты 20 миллионов штук. За класс репост огромное спасибо. Спасибо за внимание.